Друзья, вы совершенно зря хлопаете, потому что я не Алексей Хардер. Я Сергей Васильев, куратор программы «Гоголь Музыка». Спасибо. Ну, что я могу сказать, что серия наших концертов в Малом Зале продолжается. Я рад, что мы наконец дождались Лешу и группу «По первой там». Давайте их поприветствуем и начнем концерт. Спасибо. Сказал мне прощай, дорогая.
знаки от слова, просто стоял и качался. Кругом пошла голова, а кругом голова. Люди зовут меня Лёха, победы, сердце моё. Yeah.
сидит на пороге. Баба сидит на пороге, трубочку курит она. В небе над бабою боги, а под землей сатана. Воют соседские волки, вышли водить хоровод.
Самаркет не качается, это мило. Самаркет, самаркет, ведь из трубы парохода парой. И направо, и налево, ведь и кашляется бортом.
самой. Из нашего дома дорога видна, и вот мы уходим по ней. В Троицкой ждали зубами сучи, царила кромешная жуть. Но мы так уютно загасили бычки и в дальний отправились в путь. Прощайте, прощайте, кукуйте и кайте, уж мы не вернемся назад. Солнце нажимался, повозся сердца, крапива тому и другому. Вперед мы решили отправить конца, разведать, куда мы идем. Ждали неделю и небо курили, конец не вернулся назад. Когда добыли бычки сносили, и он полетел на угол. Колёнки сразу стучат барабаны, поют и звёзды глядят. Прощайте, прощайте, упойте и кайте, уж мы не вернёмся назад. Все так, все так.
осеннего лета. На белом небе, на черном небе.
себе переулками вышли в поле. Обычная головина, но приморили и махала на платочек, вот опять телефон сидя жертвы, не ставя на стране написано.
Мы ведь все равно мы зовем Сара,
лицо. Могу к себе гласе, а лучше не пойдем. А сядем на террасе и общего пойдем. Если она играет, она может достать акустическую гитарку, просто тихо попеть так. Чем мучить людей? Да нет, все хорошо. Хорошо. Нам нравится. Yeah.
сизых ты на красавице ракете. Мы с товарищем Олегом, холодна вода холера, кровь пока что горяча, но мы плывем у задачи пионера. Ситуации. Я же не знаю, как там все звучит. Может, чуть тихонечко попить так? Скажи мне, что ты всегда. Из города
Раскада невесом, усталый как слона, прикован кораблем, в наушниках звучит печальный женский голос, любимый отзовись, я так тебя люблю.
Спутались мысли, не помню ничего. Сапоги. Шел парнишка из города девушки, купил сапоги. Парнишка из города девушки нес сапоги. Деньги копил, экономил на хлебушке, вот купил сапоги. Видели все в переходе на Пушкинской, парень купил сапоги. По дороге в верхушку девушки милый в банан везет сапоги. Сапоги. Вода идет по дороге.
пришли, а мы пришли, и что нашли? Пришли и ждали нас, не ждали нас, не ждали нас, а мы пришли, пришли, не ждали нас, не ждали нас, не ждали нас, а мы пришли. Зачем пришли, куда пришли, а ну пошли, пришли, не ждали нас, не ждали нас, не ждали нас, а мы пришли, пришли, не ждали нас, не ждали нас, не ждали нас, а мы пришли. Так близка ее рука, ее река. Идем по морю мы, по морю мы, летим по небу привет, пока. Идем по морю мы, по морю мы, летим по небу привет, пока. В руках у Бога огромный барабан, руки у Бога не выпитый стакан. Глаза осенние, осенья, осенья любовь моя. Глаза осенние, осенья, осенья любовь моя.
подумай, то заплачет соседская дочь. И о чем ты мечтал, я чего-то хотел. Вообще много песен в спектакле «Река», прекрасных и разных, которые я спеть не в силу здесь. Вот. А будет это, собственно, скоро, не помню когда. Вот, 14 или 15. Октября. Октября. А если вы все сами можете сказать, почему нельзя было это сделать без меня? 22 числа приходите на спектакль, который называется «Четыре пьесы». Там нет музыки. Нет, есть, но мало. Да, одна из этих песен, которую мы сегодня пели, не скажу, какая там есть. Видите, уже свет зажгли. Давайте просто поговорим. На самом деле, действительно, вот концерты такие нам очень непривычны. И поэтому все вокруг нас летит в тартарары, ломается аппаратура и так далее. Мы изо всех сил хотим как-то, ну, все по-хорошему. Рок-н-ролл давай! Ну, рок-н-ролл, приходите в клуб лучше. Просто тут, ну, как люди сидят, слушают внимательно, как-то так странно. Вот. Неплохо, да. Ну,
приходите на спектакль, Игорь, там это присутствует. Ты говорите, как будто все, что до этого было вообще полная фигня. Обидно музыкантам. Рок-н-ролл давай, что вообще? Да, может быть, мы не тем жизнью занимаемся. Может быть, нам это совершенно другое. Я все время об этом думаю. Сейчас я скажу самые дорогие песни, какие знаю. Моя любовь, как сон без головы. В башке такое не приснится. Торчит ромашка из травы. Торчит ромашка из травы. А поле колосится. Моя любовь такая, что с тобой я буду счастлив, что бы ни случилось. Ча-ч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 а
ребятам полетим пароли. Дай Бог пароли все того, а после концерта так люди посидим, когда с нами будут танцы. Скажи легко, и жить легко, и видно небо далеко. Сидим все на облаках, как у кого-то на руках. То это ты, то это снег, с тобой, с тобой навек. То это ты, то это снег, с тобой навек. Случайный дрозд будет в нас, перевернулся десять раз. Твоя тайна, твоя сня, с тобой навек, с тобой навек. Твоя тайна, твоя сня, с тобой навек. Можно посмотреть на нашу страницу. Можно постараться. Для вас работать, для вас работать, для вас работать.